Романов Виктор Иванович, вы осуществляли деятельность по воспрепятствию на нормальной работе органов военно-гражданской администрации Запорожской области и проводили дискредитацию органов власти Российской Федерации и Вооруженных сил РФ. Кроме этого, вы организовывали и финансировали мероприятия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в регионе. В соответствии с указом главы ВГА Запорожской области о мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, к вам применяется процедура принудительного выдворения с территории Запорожской области. Проходите. Хорошо, я могу обжаловать. Проходите. Проходите.